22 сентября 2023 год. Доброе утро. Афоризм на сегодня такой, про смысл жизни. Если вы не можете найти смысл жизни, попробуйте вспомнить, где вы последний раз им пользовались. Написал 19 февраля 2011 года этот афоризм. Про смысл жизни у меня очень много афоризмов. Смысл жизни – найти смысл смерти. Если вы нашли смысл жизни, верните потерявшему. Бессмысленнее поиска смысла. Бессмысленнее поиска. Вот забыл. Бессмысленнее жизни, только поиск ее смысла. Вот так.